плохо начали игру. Это у нас уже стала привычка, а после этого чуть-чуть отошли от плохой игры, начали парировать хорошо в первом тайме, когда ничего не было опасного, получили гол из ничего. И после второго тайма попытались что-то сделать, не смогли. Мы тяжело создаваем моменты, и если создаваем, мы пользуемся этим хорошо, так что определенные проблемы у нас есть, и должны из этого положения, этой ситуации выходить. Будем работать, есть над чем работать. Есть вопрос? Салам бар. Без кости из вашей еды металлов, да слепушек уйдет. Yorqin o'yin ko'rsatish Ibrohim Yuragimov zaxira o'rinboy bir yangi qirralarni ochdi. Sekin nimadir o'xshayotgandek ko'ringan, lekin Anjomning o'yindan keyin hammasi yana orqaga ketishni boshladi. Bu nima bilan bog'liq? Balki o'sha o'yinda raqibdan kelib chiqib, raqib shunaqa imkoniyat berdimi? Vaši первые игры Металлург проявил игру. Ацарихулла хорошо играл, Бехтигар хорошо играл. После Анижана как-то пошел спад. В чем причина? Мы будем анализировать, мы даже тоже не знаем сейчас, потому что некоторые игроки вне формы, и как команда не можем завершить игру без полученного гола. Это обидно, но есть работа, и будем работать, чтобы вытащили команду. Какие шоу или драхы, да? Шнака им конец перкоидом, как металл, как бы, да? Да. Да, да. Узан, да, здесь война, мы не корм. Нормально? Вопросы? Можно еще вопрос? Вы, получается, 5 матчей уже у руля Металлурга. Вопрос такой. Один раз только удалось выиграть у КМК, в остальных матчах не получилось. Как думаете, с чем связаны такие результаты? Может быть, уже определили позиции, какие стоит улучшить? Какие изменения будут? Да? Об этом будем интерно говорить с руководством клуба. Они знают лучше меня, кто у нас есть. Я даже тоже познакомился с игроками. Мы об этом будем с руководством приносить решение. Все.